Привет. Под видео с тракторами появился вот такой комментарий. Находил ли ты кузова для машин для перевозки бревен? Если есть такие моды, можешь нам про них рассказать, а то сам понимаешь, таскать по одной единице в мелком прицепе тот еще гемор. Разрабы, походу, уже болт положили на игру. Ответ: находил. И сейчас я о них расскажу. Мод с прицепами называется IX Enclosed Log Trailers for SnowRunner. В пак входит три прицепа. Первый прицеп, но сразу скажу, здесь этот прицеп, он будет работать с каким-то, это из описания автора, с каким-то его фирменным седлом. Я с высоким подъезжал, на самом деле ничего не загружается, и, собственно, самого седла фирменного я тоже не нашел. Если кто найдет, напишите в комментариях, будет интересно узнать, что это за седло. Второй прицеп, X-Medium Long Semi-Trailer, полуприцеп имеется в виду. Для него нужно низкое седло, вмещает три палета с бревном. И третий прицеп X-Medium Long Bumper Full Trailer. Да, вы не смотрите, что тут колес нет, если на самом деле купить, они появляются. Ну, видимо, какой-то такой своеобразный баг, который вот так отображает колеса во время покупки в магазине прицеп. Но в него тоже входит три палета с бревнами. Давайте в качестве демонстрации возьмем вот этот средний полуприцеп, как он написан там, и подъедем к погрузке. Включаем управление грузами, и вот, пожалуйста, у нас есть средние бревна. Других бревен мы сюда не можем загрузить. Только средние бревна. При этом загружается три палета. Раз, два, три. Вот и все. Теперь вы можете экономить свое время, перевозить сразу по три палета бревен. Надеюсь, это короткое видео было для вас полезным. Буду рад лайкам и комментариям. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.